Всем привет, друзья! Это Никита, и вы на канале B значит бизнес. И в этом видео я покажу вам, как можно заработать на своем хобби и, если захотеть, то даже построить на этом прибыльный бизнес. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте лайк в поддержку этого видео и подпишитесь на канал B значит бизнес, ведь это каждый раз продолжает меня мотивировать. Также, по вашим рекомендациям, начиная уже с этого видео, я буду разыгрывать 1000 рублей за случайный комментарий под видео. Поэтому обязательно оставляйте под этим видео свои комментарии, что вы думаете о такой бизнес-идее. И уже в следующем видео я выберу случайный комментарий и отправлю автору 1000 рублей. Вдохновением для этого видео послужило мое хобби. Мое хобби — это рыбалка. И вот когда мне было еще лет 15, я зарабатывал как раз таким же способом. Просто брал удочку, как и сейчас, шел на какой-то близлежащий пруд и просто ловил небольших карасиков, а затем продавал их людям, которые используют их на живца. Либо же еще люди бывают покупают такую рыбу в пруд, куда-то в свои пруды, там пожарные пруды на даче, либо свои прям пруды на даче, и запускают, чтобы потом она подросла и можно было спокойно ее ловить. То есть вот в чем смысл этой идеи. А я как раз уже давно собирался на рыбалку, хорошо, что это видео снимаем. Так и порыбачить сразу и видео. Прежде чем, собственно, начать ловить мелких карасиков нашего живца, да, на продажу, я сделал анализ рынка. Я посмотрел на Авито, почем вообще в Санкт-Петербурге, да, продаются живцы. Понял, что средняя цена — это 25-30 рублей за штуку, что, в принципе, довольно-таки неплохо, учитывая, что они нам достаются бесплатно, и мы ловим их просто на тесто, да. Поэтому я выставил объявление на Авито, я думаю, вы сейчас увидите его на экране. Живец по 30 рублей за штуку. Обычно покупают их, ну, как минимум, от 10-15 штук, а бывает даже и по 100 штук и больше. И, соответственно, я выставил объявление, взял на него небольшую рекламу за 200 рублей, и на объявлении появилось довольно-таки немало просмотров, люди стали добавлять его в избранное, и это уже за первый день, и мне поступило два заказа. Первый заказ на 25 живцов, и второй заказ на 40 живцов. В течение 15-20. Так, 15-20 штук, хорошо. Да, а вы подскажите территориально, где находитесь? Да я вот стою у Ледового дворца, зашел в рыболовный, так у них постоянно здесь были живцы, а сейчас нету. И вот зашел на Авито. То есть моя сейчас задача — это поймать 65 живцов. И, соответственно, первый заказ 25 штук, он будет на 750 рублей, и второй заказ на 40 штук будет на 1200 рублей. То есть вот так вот 1950 рублей, в принципе, за одну рыбалку, за один выход и за две всего сделки по живцам, я считаю, довольно-таки неплохо, особенно если вам там до 20 лет или если у вас есть свободное время и вы можете этим спокойно заниматься. Так, ребята, у нас первая поклевка за сегодня. Еще даже и 5 минут не прошло. Опа! И вот он, красивейший золотой карасик. Первый. Буквально, наверное, 2 минуты только прошло. Мы прикормили. И вот он, первый наш клиент. Вернее, как бы первый товар, можно сказать. Ну, а сейчас просто набираем сюда водички. Обязательно из того водоема, где мы и ловим. И отправляем сюда нашего первого карасика. Ух, блин, нифига себе! Этот нам не подходит, потому что нашим двум заказчикам нужны именно живцы. Этот уже слишком большой для живца, поэтому его мы отпускаем спокойно и продолжаем ловить дальше. Есть! Вот он, очередной золотой карасик. И как раз прекрасного размера нам такой подходит. Это идеальный на живца. Ой-ой-ой, какой сход, нифига себе. Бывает, что вот так вот срывается, это нормально. Есть, очередной, и прямо упал сюда. Очередной карасик,
Этот уже серебристый, но тоже нам подходит, так что забрасываю его. В принципе, где-то один карась в минуту, поэтому получается заказ на 60 карасей, ну 65, да, у нас, мы где-то за час, за полтора выполним. Я считаю, это нормально, плюс это совмещается с удовольствием, и для тех, кому рыбалка нравится, это очень прикольный такой способ заработка. Но я вас уверяю, что в каждом хобби есть такой чит-код, и в каждом хобби возможно найти такой способ заработка. Поэтому это может быть не только рыбалка. Под ваше хобби наверняка тоже существует такой способ. Нужно просто поискать. Как же ловить тогда живца, если заказ будет, допустим, 100 штук или 150-200 штук, а такое действительно может быть. И на это, конечно же, есть способ. Действительно, удочкой так много не поймаешь. Можно, конечно, но придется целый день сидеть. Но если у вас столько времени нет, то есть еще один абсолютно легальный, законный и рабочий способ, и сейчас я вам его покажу. Есть такая штуковина, она называется паук. И, конечно, это может позволить гораздо больше карасей поймать за раз. И вот именно сейчас им я его разложу и все покажу. Именно им сейчас мы и будем ловить нашего живца на заказ. Ну, у паука принцип еще проще, чем у удочки. Здесь мы просто забрасываем его в воду. Подбрасываем чуть прикормки, ждем, через какое-то время, буквально минут через 5 достаем, и внутри уже должны быть наши карасики. Давай попробуем. Возможно, это будет неудачный дубль, но посмотрим. Так, ну где-то 5 минут у нас прошло, сейчас посмотрим. Первый блин бывает комом, но попробуем сейчас достать, посмотрим, что там у нас успела пойматься. А, нет, ребята, первый блин у нас не комом. И вот, посмотрите, наглядный пример о том, как это работает. Вот наши живцы как раз, наши прекрасные золотые карасики. Там как раз есть прикормка. И вот здесь, наверное, штучек, ну, где-то, я думаю, 15 наберется. Ух, в этот раз тоже довольно-таки много у нас оказалось живца. Причем я заметил, что если на удочку еще бывает попадается крупный, то здесь вот именно прям какой нам надо. То есть прямо весь такой мелкий, весь под размер живца. Ну еще, наверное, думаю, в очередной раз здесь штучек 15-20 мы набрали. И я думаю, что уже есть даже больше, чем нам нужно. Поэтому я сейчас всех пересчитаю. И уже будем собираться потихоньку и связываться с заказчиками. Профессионально, так сказать. Ну что ж, после продажи живца заказчикам у нас по цифрам получается следующая ситуация. Как я уже и упоминал, на 750 рублей у нас первый заказ, который на 25 живцов, и на 40 живцов заказ на 1200 рублей. 1950 рублей это в сумме, но 200 рублей я потратил на рекламу объявления на Авито. Итого 1750 рублей чистыми мы заработали с этих двух заказов. И получается, что в сумме мы потратили на это где-то около 2-2,5 часов, но это для первого раза, что я считаю, в принципе, неплохо. Вообще, я это снял видео для того, чтобы постараться вас замотивировать и показать вам, что бизнес и заработок на самом деле можно построить и даже на ваших хобби. Поэтому подписывайтесь на канал B значит бизнес, поддержите видео лайком и не забывайте, что за случайный комментарий под этим видео я разыграю 1000 рублей. До новых встреч! До новых видео. Увидимся!